Яңалық телевидениеғі эфирінді башқыр тілінді әдірленген яңалықтар сығарылышы. Студияла Лиана Билалова қауымығығыз. Ғадеттен тұш қалдар бойынса комитеті ұлтырышы район хакиметінің кіңішмелер залында 14 февраль күнді өтті. Сираттан тұш ұйылыштың сәбәбі Әткен ауылында болған фажиғалі бақиға. Онда 13 февраль янғын хүдімтәхінде ауыл қатыны хәләк болған. Ултырышта тап ұшы вақиғаның сәбәптәрін ауыл билемәләрінде янғын хәуіп хәділігін тәмин ету, район халқы арахында хәуіп түркімінің янғын извещательдәрі болуы һәм ханы текшерілді. Қатнашысылар алдында профилактикалау іштәрі һәм күдәту үшмәкәрлігі бүлігі начальнигі Руслан Хамадулин сығыш еханы. Всегда все вопросы начинаются со статистики. Любая тема, на которую мы хотим обратить внимание и поднять и довести до требуемых мер и цифр, это статистика. На сегодняшний день, правильно было все сказано, у нас нет ни одной нормальной статистики по количеству категорий риска. Ни многодетных, ни одиноких, ни пенсионеров, ни пожарных извещателей, которые вот сейчас острый стоит вопрос, уже в главном управлении стоит острый вопрос по датчикам, которые выдаются детям, которые родились с 2018 года. Мне кажется, у нас тоже проблема это. Поэтому надо с сегодняшнего дня уже этот вопрос начать поднимать, тоже сейчас задание. Именно по детям, которые родились. Ну да, вот в первую очередь, которые родились. Почему? Потому что к нам даже уже люди приходят и спрашивают, а когда же нам дадут дачи? Когда? У меня вот ребенок родился уже в 2018 году. Да, уж объясняешь, обещаешь, дадут, значит дадут. Но нету ведь, товарищи. От кого это зависит? Это надо уже делать уже. 20-й год уже. Ултырыш адағында янғындарды ескерту үсін, яқын арала тұрмышқа шыруға кәрекілі сұралар текшірілді. Яуғыр интернационалистарды іске алу күніне бағышланған сара Яңау музейінде 15 февраль күнді өтті. Ұсырашуға харби харакет ветерандары, халяк болған халдаттардың туғандары, яқындары, мәктәп оқусылары сақырылды. Ветерандар алдында район хакимияті башылығы Илшат Вазигатов сығыш еханы. Өз хаулығын құрбан етіп дүния үсін күрішкендерге, ұсын ират тәрбелегендерге ол рәхмәт хөздәрі білдірді. Хәләк болған халдаттардың әсәләріне истәліклі бүлектер тапшырылды. Ұсырашудың дауамында қалтасы һәм Яңал райондары харби комиссары Марат Харисов, Башқұртстан ветерандары союзы Республика Ямағат ұйышмаһының Яңауыл бүліксәһе рәйесе Данил Шайдулин, Яңал районы ветерандар советы рәйесе Рима Фазылова сығыш еханы. Ұсырашуда қатнашушылар үшін концерт номердары әзірленген. Здравствуй, мама, у меня все хорошо. Солнце светит, все в порядке, над горой встает туман. Знаешь, мама, здесь не страшно, просто здесь Афганистан. Как-то в нашем я во сне всех видел вас. Служил в ущелье Панжи, дислоцировалась наша часть, зенитный дивизион, которым зенитный взвод, который я возглавлял, находился в аэродроме Баграм. Ну, большую часть я находился в ущелье Паншер, чуть поменьше на аэродроме Баграм. Населенный пункт Руха. Нашим потенциальным противником был начальник командир отряда мятежников Ахмад-Шах Максуд. Вот. А так я всех считаю однополчанами. Все они мне друзья, братья, шурави, воины-интернационалисты. Ну, кто как устроился в жизни, как все остальные люди. Кому-то чего-то не хватает, у кого-то кто-то довольствуется тем, что есть, как ваш покорный слуга. Вот. Лишь бы они все были счастливы, вот, и долго жили. Шунан һоң сарала қатнашушылар харби һәм хезмәт даны монументы ҡайғырыусы әсә һәйкәленә юл тотто. Һәләк булған һәм хәбәрһеҙ юғалған ватанды һаҡлаусыларҙы иҫкә алып, биноктар һәм сәсәктәр һалдылар. Яңауыл районы РВЛ Мари милли мәдәни автономияһы төбәк йәмәғәт ойошмаһының отчет һайлау конференцияһы 11 февраль көндө үтте. Ошондай йыйылыштар 4 йыл һайын үткәрелә. Приветствую всех вас на мероприятии и желаю успешной работы. Надеюсь, что сегодня состоится серьезный разговор, направленный на дальнейшую созидательную работу.
Район хакимиеті башлығы урынбасары Гәүһәр Миндиярова үзінің сығышында Яңал районындағы Маридар емәғәтті ұйышмағы әудім ішмекерлік алып бара, һәм оның етәкісі Александр Яковлев зур хөрмәт менен файдалана тип билдәләп үтті. Біздің районда ревизе, кумыл, шынан пыл, ош, пиледіш көк ансамбльдарды алқышламаған тамашасы юқтыр. Ештер һәм оқушылар мари тілі бойынса емәғәт саралары, конкурс һәм олимпиадаларда әудім қатнаша. Түп доклад менен конференциялы қатнашушылар алдында РВЛ Мари, Мари Милли Мәдәни Автономия хайтексіхі Александр Гайсин сығыш яханы. Үзінің сығышында ол маридардың түрлі конкурс һәм гранттарда қатнашу ярдамында ниндей оңыштарға ирешкендәрін асықланы. Шыға қарамастан қуандырылық түгіл мәлдерді бар. Оқушылар ханы кәмі сәбәпле мәктептер оптимизацияланды. Шулайық мари тілі дәрістері қысқартылды. Балалар туған тілді сөйлешмей, ештер ғойля құрырға ашықмай. Маридар ханы кәмей. Ата-бабаларыбыздың тілін ұнытырға ерамайтып білдәләне Александр Яковлев. Мәктеп болмаған территорияларда тірек болып, туған тілді байрам өткерген мәдәни йұрттар тұра. РВЛ Мари, Мари Милли Мәдәни Автономия хайтексіхі шулайық бұндай сараларға башқа емәғәт ұйышмаларынан итексілер һәм барлық тілеусілерді сақырға кәрәк деп әйтеп өтті. Мари яштарының нисек ешегені турахында Елена Гилмединова хүйләп өтті. Ни для кого не секрет, что будущее народа в руках молодежи. Именно поэтому наша общественная организация уделяет большое внимание воспитанию молодежи в духе патриотизма, взаимоуважения, гордости за свой народ. Наша задача – сохранить культуру и традиции марийского народа, сохранить язык, сохранить народ. Ведь недаром Валериан Михайлович Васильев сказал, пока жив язык, жив будет и народ. Одна из главных задач – это увеличение численности населения. Для этого надо побольше создать семьи и больше детей, чтобы было. Одна из главных. Но во-вторых, конечно, надо на местах организовать, вот, создать рабочие места, чтобы народ, молодое поколение, чтобы работал в сельской местности, жили там. Хотя сегодня уже многие вот проекты в нашем районе предваряются жизнь. Есть много инвесторов, которые вкладывают средства, образуют, создают новые рабочие места. Мы думаем, вот предварение в жизни всех этих проектов, у нас количество нашего народа, наверное, будет увеличиваться. Общественная работа, действительно, и общественной работе надо более активно подключаться к этой работе. Надо сделать, вот, больше организовать коллективы художественной самодеятельности, выезжать за пределы другого региона или района. Надо организовать вот культурные мероприятия с приглашением молодых, подключать, создать семьи именно нашего народа, увеличивать количество. А основная главная задача, конечно, действительно сохранение вот демографической ситуации в сельском месте, хотя бы на этом уровне не допустить спад. Во-вторых, надо вот, изучение родного языка. Сегодня больное место, уже дети с малых лет, конечно, правильно, надо изучать русский язык. Они в основном уже дети с малых лет вот, общаются между собой на русском языке. А и дома, и родители вот, к этому сопутствуют. Хотелось бы, чтобы вот, старшее поколение более активно подключилось к этой работе, чтобы даже в бытовом уровне провести вот, разговорные речи, не надо терять. Действительно, русский язык в общении в национальных школах, она необходима. Необходимо, без этого оно не получается. Но и свой родной язык тоже не надо забывать. Это является истоком наших, вот, нашим богатством нашего народа. Районыбыз маридарының рухи тұрышы тұрағында Мари Кумалтыш дини ұйышмағы етексігі Геннадий Пастиев хүйләне. Шылай конференциялы Еңауыл районы башқұрттары құрылтайы башқұрма комитеті рейсі Рафаил Яхин, Удмурт емағат ұйышмағы рейсі юрист Саидов сығыш яханы. Улар районыбыз территорияхында өткен түрлі емәғәт сараларына қатнашырға тырышқандары турахында әйтеп өтті. Алдағы 4 йылға ене Мирканаш Бүтәмаридар Советы рейсі урынбасары итеп Александр Гайсин хайланды. Делегаттар шылайық мари халықтарының 15-ші съезінде қатнашырға лайық болған кандидаттарға тауыштарын берді. Еңауыл районы уәкілдері болып Светлана Байгузина һәм Елена Гилмедина. Йылдың башы менән РСФ Федерацияға хезмәт кодексына индерелгән үзгәрештәр бөтә эшсе граждандарда қағылды. Декабрь айында қол қойылған указға ярашлы электрон хезмәт кенәгәһе төшенсәһе индерелде. Бының тураһында тулыһынса Яңалы районында РСФ Федерацияға пенсия фонды идаралығы начальнигы Гүлнара Вильданова һөйләне. Второй закон обязывает работодателей отчитываться в пенсионный фонд по поводу передвижения и ведения электронной трудовой книжки. То есть
приемщиком информации от работодателей и хранителем этой информации будет являться Пенсионный фонд Российской Федерации. Отчетность уже начинается с января месяца. То есть, если в учреждении, в организации произошли изменения, были приняты кадровые решения, принят человек на работу, уволен с работы или был переведен на другую должность, работодатель уже должен отчитаться с 1 январь месяц до 15 февраля. Отчетность предоставляется работодателям ежемесячно за предыдущий месяц, на следующий месяц до 15 числа. Что нужно сделать для того, чтобы предоставить эту отчетность? Эта отчетность предоставляется по особой программе, которую необходимо скачать с сайта Пенсионного фонда Российской Федерации, либо через те программы, через которые отчитывается работодатель в Пенсионный фонд по формам СЗВ-М и СЗВ-стаж. Это та же программа, только необходимо для того, чтобы заполнить эту программу, скачать другую версию для заполнения этой отчетности. Еще важно в этом году работодателю известить сотрудников своих о том, что они должны сделать выбор для ведения либо электронной книжки или продолжения версии бумажной книжки. Для этого они должны уведомить сотрудников до 30 июня текущего года. Заявления же принимаются от сотрудников до 31 декабря текущего года. Те, кто впервые устроился на работу с 1 января 2020 года, электронные трудовые книжки ведутся уже электронно. То есть бумажная трудовая книжка не заводится на этих граждан. С 2021 года работодатель будет уже отчитываться ежемесячно по всем кадровым решениям. Біздің районда еңеудің 75 жылығына арналған еңеу буындары Еңал район проекты сектарында өткерілген Қыр почтағы фронт-концерт бригадалары фестивалі дауам еті. Бұй елі ваяды ауыл білемәхі ижади коллективы сығыш көрхәтті. Өдәрінің сығышында артистар хуғыш елдары вақиғаларын шыл вақыттың ауырлығын хәм еңеу күні шатлығын сағылдырға тұрышты. Деген, юғары ғалауы бір аяғын суғышта қалдырып айтқан екен, ұзағынды көз бетінде ятып еме. Балақайым, бірақ болған екен. Міне, шул ғалауы айтады, мемешінің көні бітті деп айтады. Біздікілер қазір герман жерінде суғышалар. Ұзақламай жиғу біздің елге келетіп айтады. Міне, шуға сүйінді мәлі. Шуға қызлар біле кеңештікті, қызларды кеш отырға шақырды мәлі. Басылқа ішіліп, әзірек кіне басылқа соларымыз деген екбет, дейдерге. Өзіміздікілерге. Театр сығышы мәңгілік ұт капсулағын әм қыр почтағы сумқағын фестивалдің келеғе қатнашусығы Қарман ауылы білемәхіне тапшырумен тамамланды. Велика Отечественная война 1941-1945 годов, она унесла жизни многих граждан, в том числе и с нашего сельского поселения на фронт ушли более 500 человек. И только малая часть из них вернулась на родные земли. У нас практически в каждом населенном пункте имеются памятники, за исключением вот Ченгакуль, Бадряш-Актау и Байсарова. Нынче по инициативе граждан планируется строительство памятника в селе Байсарова. Будем надеяться, что граждане своевременно успеют это выполнить. Это вот чисто их инициатива. Истек ауыл билемәхі хуғыш ветерандары, тыл хызмәтсендәрі, хызмәт ветерандары өсін байрам кесәхі Истек ауыл клубында 15 февраль күнді өтті. Бұл ұсырашу районыбыздың 90 еллығы хәм бүйік еңеудің 75 еллығына арналып, хәм район ауыл билемәхі өсішінде тұрышылығы хәм қазаныштарымнен ұзыр ұрын ойнағандарға бағышланған. Бұл шораны Ақтиял ауыл клубы, Күйік ауыл клубы, библиотека білен бірлікті әзірледік. Біз бұл бейрамге ұлы опаларын, абыларын, қызмет ветеранларын, тыл ветеранларын шақырдық. Бұл бейрам қызметі барының құрметі бар деп отадық. Хәм районымыздың 90 еллығын қоршылау шорасы болды бұл.
Бәйрәмгә өлкән апалар, абыйлар килделәр. Алар турында сөйләдек, матур-матур концерт номерлары күрсәттек, һәм алар күңелләре булып киттеләр. Ошының менән яңалыктарның бүгенге сығарылышы тамам, алда һезне һава торышы көтә, һау булыгыз. Он хигидинсе февраль кенде яңалыда һава торышының аязлы болытлы бераз кар явы көтелә. Ел күнья күн байыштан 7-9 метр секундына. Атмосфера басымы 749 миллиметр. Хава температурасы түндә -2-0, күндіз +1-+3 градус. Республикалық әдәттән тыш хәлдәр министрлыгы мәгълүматтары буенса, болытлы түндә қар урыны менән көчле қар явы көтелә. Айрым райондарда буран сығуы, бозлауық болуы күзаллана. Ел күнья күн байыштан 9-14 метр секундына. Урыны менән көсәйүсән 19-20 метр секундына теклем. Хава температурасы түндә -5-10, күндіз -1-+4 градус. Чувство радости способно лечить и продлевать годы жизни. А в аптеках «Фармленд» всегда есть повод для радости. Скидки, скидки до 50%. «Фармленд» – аптека доброго здоровья. Янаульскому телевидению требуется корреспондент. Умение грамотно излагать свои мысли, иметь внятную речь и телегеничную внешность – основные требования к претенденту. Хотите оригинально поздравить своих близких, родных и друзей? Мы можем сделать любое поздравление по вашему желанию. Поздравления на дни рождения, юбилеи, свадьбы. Воплощаем любые идеи. Вам надо всего лишь позвонить по номеру 528-71.